Медведь-шатун ликвидирован вблизи поселка Проведения на Чукотке. В конце прошлой недели хищника обнаружили в окрестностях населенного пункта в непосредственной близости от людей. Администрации населения было оповещено. Одинокий косолапый действительно представлял угрозу, так как поведение животного непредсказуемо. Да и внешне особь довольно крупная. Было принято решение хищника ликвидировать. На протяжении 2 дней, пока охотники искали косолапого, поселок от хищника охраняли сотрудники полиции и Росгвардии. Медведь был обнаружен и ликвидирован местным охотником Александром Топским ранним утром в понедельник. По его словам, это упитанный самец 2 лет. И выйти из берлоги в разгар спячки его вынудил не голод, а кто-то или что-то его разбудило, и он был вынужден выйти к людям. Отметим, что появление зимой бурых медведей – большая редкость. По словам специалистов, на Чукотке это первый случай за последние 10 лет.